Народ Божий, моё обращение ко всем вам, все, кто сегодня спешил в Дом Божий для того, чтобы быть участником вечери Господней, смогли ли вы принять благословенный кусочек хлеба? Вдруг, если вас миновали служителя, то дайте знать нам, поднимите руку, чтобы можно вас было видеть. Нету таковых. Пожалуйста. Шановна церква, брати і сестри, в цьому особливому служінні, коли ми згадуємо про великі страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа, наша ціль і наше бажання, перше всього, прихилитися перед величчю Бога і сказати «Спасибі тобі, Боже!» Тому що цей великий привілей, який ми маємо в Христі, полишені багато. Ми його отримали даром, нічого ми не зробили для цього. Але лише в крові Ісуса ми сьогодні і сповідуємо. Ми отримали цю вічну благословенну частину, цей великий привілей в Христі через пролиття крові. Ось в руках служителів чаш. І тому, брати і сестри, ми будемо зараз звершувати молитву і просити благословення. І ще раз подякуємо, що чашу страждань і муки, і позора на себе взяв Ісус. А дав нам цю благословенну чашу, чашу спасіння, чашу благословення. Хай Господь благословить, щоб ми цінували, дорожили, дякували. Тому просимо Божого благословення, щоб Бог благословив ці чаші, і ми могли прийняти, як кров Його, нового завета. Молимось. Отець наш Небесний, перед Твоїм святим лицем на цьому місці, Господь, церков Твоя, народ Твій, спасенний народ, сьогодні превозносить і благословляє ім'я Твоє, тому що по правді Ти благословив долі наш, життя наше благословив, дав нам по правді велику милость, і цю чашу спасіння ми прийняли через Твій подвиг, через Твої страждання, через пролиття крові. Господи, і ми це визнаємо. Господи, ми були недостойні, але Ти удостоїв нас, Господи, через жертву єдину, яка була принесена. Це Ісус своє життя віддав для того, щоб ми сьогодні жили для Тебе, славили і благословляли ім'я Твоє. Тому просимо Тебе, благослови ці чаші, які Господь в руках служителів Твоїх. Дай нам, Господь, всім смиренні в покорі подякувати і благословити в цей час ім'я Твоє, тому що Ти достойний прийняти честь і славу від народа, спасенного Тобою, омитого Тобою, очищено. Алілуя! Слава Тобі, благословен Господь! І тому сьогодні ми також і сповідуємо, що в ранах Твоїх є ісцілення, в крові Твоєй, Господь, є сила для того, щоб дати силу, дати здоров'я фізичне і духовне. Тому просимо, благослови, розділи ці чаші між нами, і ми при Твоїй допомозі
Бажаємо прославити і звеличити лише ім'я Твоє, як вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Освободила меня.
Никакого мыльного средства нету для того, чтобы человека омыть от его грехов. Да действительно выпускают всякие вещества для того, чтобы вывести всякие плямы, которые бывают даже на самых дорогих вещах, которые покупают сестры или братья. Но грех омывает лишь кровь Иисуса Христа. Священное Писание говорит о древности, когда закон Моисея был в силе, тогда кровь животных в какой-то мере делала очищение людей от их грехов, но до совершенства она не доводила. Или это кровь, которая проливалась от животных, и закон не мог довести до совершенства. И нужно было Божьему Сыну прийти на землю и свою кровь пролить для того, чтобы всякий грешник, который будет покаяние перед Ним, перед великим святым Богом, мог подойти под эту струю божественной благодати Христовой. И я желаю, чтобы каждый из нас разумел, что лишь кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Иногда люди считают, что если я сделаю доброе дело, я в лучшем состоянии, и, может, даже мои грехи в какой-то мере очищаются. Может быть, оно засчитывается, но ни при каких условиях грех не смывается добрым делом. Грех победить, о чем?
народ Божий, я обращаюсь ко всем вам, все, кто сегодня в Доме Божьем, кто желал быть участником вечери Господней, смогли ли вы участвовать в вечере, приняв хлеб, а потом, а затем испив глоток вина из чаши? Если вдруг служителя вас миновали, может быть, вы только подъехали к церкви и желаете участвовать в вечере, пожалуйста, поднимите руку, чтобы вас можно было увидеть. Таковых нет. Мы сейчас будем совершать молитву благодарения для нашего Господа за то, что и в этом месяце, который наступил новый, мы смогли быть участником, быть в великом служении Вечеря Господня. Я люблю говорить о том, что это величайшее преимущество дано для нас, для святых, омытых кровью Христа Иисуса. Этим преимуществом нужно ценить в нашей жизни. Вне зависимости, какие дни мы повстречаем в нашей жизни, но мы должны Божью волю исполнять в нашей жизни и Его заповеди исполнить все, которые предоставлены для нас. Это одна из величайших заповедей, Божьим Сыном оставлена для Его Христовой Церкви. И мы блаженны, когда мы эту заповедь исполняем. Я радуюсь тому, что это день величайшего благословения для всех нас. Я также говорю народу о том, что Божий народ во время вечери Господней, он укрепляется в духе своем. Даже физические силы обновляются и иногда проходят даже исцеление. Этого полного благословения всегда желаю всем, вам и для своей семьи, и желаю, чтобы божественная рука была на жизни нашей, жизни наших семей. Будьте благословенны, и за эту часть служения, которую помог Бог нам совершить, мы воздадим сейчас славу нашему великому Богу. Один из наших братьев-пастырей, брат Борис Ковальчук, совершит эту молитву. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! О, великий Лорде, Фрабеде, Глайдес! Аллилуйя! Хвала Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь! Аллилуйя! О, Филиги Лармене Глайдес! Аллилуйя! Лормене Клардес! Или Менайдес, аминь, слава Тебе. Господь, Господь наш и Бог наш, Ты позволив нам сьогоднішній день виконати заповідь Сина Твого Ісуса Христа, про яку Він сказав, щоб ми це робили в Його воспоминання. І тому то сьогодні ми, церков Твоя, народ Твій, ось цьому благословенному собранні і за любові, і поваги до Тебе, наш Бог. Боже, в цьому наше є блаженство, в цьому є наше щастя бути учасниками в Твоїй вечері, в заповіді Твоїй. Алілуя, слава Тобі! Ми благодарні Тобі, Господь, за цю чашу, за цей хліб. Боже, слава Тобі! Хвала Тобі, Господь! І в нашій молитві ми просимо Тебе, благослови нас надалі, нехай нас оберігає милость Твоя, рука Твоя і благословення Твоє. Будь возвеличений і прославлений Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.